Юные помощники госавтоинспекторов – это учащиеся 17-го лицея. Сегодня ранним утром перед уроками они отправились в рейд с сотрудниками ГИБДД. Если маленький ребенок, то тогда его надо посадить в кресло. Если большой, то тогда надо его пристегнуть ремнем безопасности. «Пристегни самое дорогое». Такие листовки сегодня ребята раздавали водителям. Это детские рисунки. К акции ребята подошли творчески и сделали сами для автомобилистов порядка 100 памяток. Ребята трудились. И пока школьники раздавали памятки, сотрудники госавтоинспекции проверяли, соблюдают ли водители правила перевозки маленьких пассажиров. У Алексея двое детей, у каждого свое кресло, а удерживающее устройство водитель выбирал по параметрам детей. По весу, по размеру и по возрасту стандартное. Поэтому у них как раз-таки под их рост до 6 лет, вес до 18 килограмм, вот под них, под обеих. Самое важное, что есть, это их безопасность, поэтому всегда пристегиваемся. Цель подобной профилактической акции – не только работа с водителями, а о правилах безопасности таким образом напоминают еще и самим детям. 17-й лицей с сотрудниками госавтоинспекции сотрудничает активно, проводят внеклассные занятия, подобные профмероприятия и отдельное внимание уделяют юным нарушителям. Конечно, случается, бывает, да, приходят там нам письма из ГИБДД, что там ребенок где-то что-то нарушил. В основном это бывает летом, когда вот дети, допустим, где-то в деревнях находятся, вот в проселочных дорогах. Ну, конечно, на эти письма мы сразу реагируем, проводим с детьми профилактические беседы с родителями, то есть, чтобы дальше такого не допускалось. Детям и их родителям сотрудники госавтоинспекции объясняют, соблюдать требования безопасности нужно в первую очередь, чтобы сохранить жизнь и здоровье. В том числе речь идет о правилах перевозки пассажиров. Как показывает статистика, их усвоили не все. Как правило, родители пренебрегают данными требованиями и перевозят детей либо на руках, либо пристегнутые штатными ремнями безопасности. И в случае дорожно-транспортного происшествия либо резкого торможения автомобиля ребенок может получить серьезные травмы. За 9 месяцев текущего года в городе Владимире произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 пассажира, которые были не пристегнуты ремнями безопасности. Один из пассажиров впоследствии скончался. Отмечу, для тех, кто продолжает пренебрегать правилами перевозки пассажиров, предусмотрено административное наказание. Нарушители платят штраф 3000 рублей. В этом году за непристегнутых пассажиров рублем поплатились 100 водителей. Одного из них поймали сегодня во время профилактической акции у 17-го лицея.